едем в хамам, заказали в новый, еще не были в нем. Посмотрим, что там новенькое. О, спасибо. А, да. Оп. Опа. Чего себе? Да. Как вип... автомобиль президента. Вип-персона. Вип-персона. Дочь, ты как вип-персона. Да? Видишь, как с подсветкой, смотри, салончик такой тебе. Вах-вах-вах. Вип. Приехали мы в хамам, называется он Атаман. Так он выглядит со стороны. Спа-центр Атаман. Такой круглый, большой, красивый. Атаман, ну как-то так, если я правильно понял. Kids Club. Заходим. Зая, Атаман называется? Да. Атаман, да, значит, правильно я сказал. Спа-центр. Да. Здесь так вот финики, хочешь погрыз? Вон даже уже есть спеленькие такие, созревают. Прям гроздями висят, красота. Вот, получается, вход главный. Welcome, добро пожаловать. Зона торговли. Мы зашли, получается, на главный холл. Там лестница, поднимаешься вниз, массаж. Здравствуйте. Девочки на ресепшене на русском говорят. Кабинки для каждой. Девочки вот из Питера с нами приехали. Где бумажка? Да, пожалуйста. Сейчас нам выдадут браслеты, определят нашу программу. Вон браслетики лежат. И походим по процедурам, посмотрим. Мы были раз 5 в Мусахане. Сейчас посмотрим, что здесь предлагает комплекс. Все, нас зарегистрировали, дали браслетики. Начинаем. Берем тапочки. Идем, сдаем. Я не хочу эти тапочки. А что, нельзя свои тапочки? Если резиновые, можете в них оставаться. Можно, да? Конечно. Спасибо. У кого кожаные там. А можно еще бэйби? Вот они, можете. Дали полотенчики и ключики. Идем, дочка. Сейчас сначала порисуем. Так, ну вот раздевалка с такими этими ящичками номерными, все, дают номер, разделся, все, переоделся и вперед, и огонь. Начнем потихонечку двигаться. Поднимаемся по лестничке. Здравствуйте. Ага, да. Окей. Парилка. Да.
Да, сауна. Мыться будете перед сауной? Души принимать можно. Не хочешь? Так, здесь все в плиточке. Потом пойдем в баню, попадем сюда, садимся? Что? Идем в баню? Что? В баню идем? Я нет. Почему? Заходим в парилочку. Так, здесь девочки, чтобы не смущать. Хотя девочки вроде бы как бы не против, да? Плохо видно, но. Следующее здесь получается. Что-то. Заходишь, париться. Вот она выглядит, варилочка такая. Так, вот здесь такой у них джакузи бассейн, сейчас идем, это следующая получается процедура. Девочки вон сидят с Питера. Здесь маленький для деток. Здесь не джакузи, просто получается, а вот с холодной водой, наверное. Разрешите? Какие джакузи? Бульки? А кто бульки делает? Дочь, смотри, бульки идут. Прямо бьет сбоку. Давай, покажи, как у шарков в Турции. Лежишь и балдеешь такой, каждую мышцу прорабатываешь. Соли гоняешь. Это лечебная такая процедура. Сонечка оздоравливается, чтобы у нее ничего не болело. Давай маме ручку. Тебе нравится? Будешь нырять? Не будешь нырять? Ладно, прикольно, что мы здесь одни сейчас. Людей вообще нету. Все хорошо, что мы сидим здесь, как селедки в бочке. Кошка тут. Только мы втроем здесь. Пицца. Как будто сняли отдельно. Сейчас мы зайдем. О, здесь что-то, а как здесь стены такие, да? Стены соляные. А что делать надо? Просто сидеть дышать. Ничего не тереться там, нет? Все, понял. Так, я могу вас на берег через минут 10 забрать. Хорошо, хорошо, да. Минут 10-15. Все, да, ждем, вы нас сразу заберете. А что ждать надо? Сейчас просто группа там собирается, уходит, говорит, поэтому они хотели нас вместе с группой. Ага. Так как мы не с группой, уже придется нам подождать. Ну, ничего. Подождем. Да.
Соляная ванна. Вот мы не были еще в такой. Ух ты, прям соль действительно. Мягкая, что ли? Ну да, она как будто, я не знаю, что, но как они здесь ее... А, вот, чуть-чуть. Что они, как они... Не могу понять, как они ее налепливают, чем они ее налепливают. А вот, смотри. Это... Они прям ее накидывают, как шпаклевку, что ли, ну, не знаю, как штукатурку. Прикладывают, да. И какую-то, да, здесь температуру подержишь, чтобы держит. Ну да, да, что она лепится, да? А влажность это... какая-то. Тоже? Ну да, тоже соль. А, точно, соль горячая. Это вот это как типа гималайская, не знаю, да, цветная есть у нас продается. Наверное, в магазинах. Да. Там такая тоже розовенькая. Сделали с подсветкой. Да, все равно не все, пальчики. Типа садимся и дышим. Да? Правильно да. Я понял? Да, просто здесь дышим. Mm. Дышим. Доча, тебе нравится дышать здесь? Ой, у меня аж горло прям. Не люблю, когда мать. Нет, он. Ай. Так, идем мы в следующую процедуру. Хамам, самый главный. Ага. О, какой большой. Можно, да, снять? Вот он какой шикарный. Зай, ты видел, какой он большой? Капец. Огромная мраморная. Теплая, нагретая плита. Ага. Роман с Алексеем. Может, кто-то себя увидит. Да, помещение огромный, холл такой. И там еще один. Если... Нет, тоже вот плита огромная. А, ну сейчас он это, здесь нельзя. Идем, Сеня, пошли, там сейчас закрыто. Ну там тоже, вот тоже какое же помещение. Ну да, да. Да, конечно, массивный, массивный хамам. Намного мощнее, чем тот, в котором мы были предыдущие. Там крутится воздух, попадает, чтоб... Выходит? Да, да, пар выходит. Ой, ну да, пар и все. А? Да, да, вижу везде камеры, да. Все, закончили мы хамам. Анечка, тебе понравилось? Лайк? 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 Лайк, лайк. Сюда лайк-то появился. Ага, окей. Так, все, теперь зона отдыха, отдыхаем. Следующая процедура у них идет маска. Маска с чем? Глина, да? Что-то еще добавили на какие-то, не? Чисто нет, глина, чисто. Зеленая. Сонечки тоже, да? И папе. Папа тоже будет сейчас делать. Папе тоже будет. Чай. Приходим. Сейчас пока лежим с маской.
чайчик можно сделать. Пакетик разный. Зеленый, красный. И водичку обычную. Здесь рыбки для пилинга. Садишься, получается. Ножки опускаешь, и тебе рыбки вот эти вот маленькие делают пилинг. Поры старые. Здесь есть зона релакса. На балкончике можно отдохнуть. На горы посмотреть. Такие вот столики, сидюшки, чай попить, кофе. Финиковые деревья, огромные пальмы. Все, следующая процедура у нас массаж. Классика массаж, полный массаж. Здравствуйте. 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 Можно вниз, да? Один человек. Да? Только один, да? Да, один человек сюда. Окей. Окей. Здравствуйте. Массажист, да? Вот массажный кабинет. Вот массажист, который только что провел массаж. Зовут Октай. 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 Очень хороший, рекомендую, ребята. Просто шикарно. Я очень много лет делаю массажи в разных местах. Но это просто был высший пилотаж. Отлично просто. Ни с кем не договаривался, ничего не платил, просто вот по общей схеме, шел по общей схеме и просто сделал шикарно, шикарный массаж. Спасибо большое. Не за что. А вы же там... Все, мы закончили. А сколько нам ждать, чтобы... Все, закончился наш массаж. Ой. В принципе, все, весь хамам, спа-процедуры, массаж, вот последнее считается. Очень-очень-очень понравился массаж. Еще раз говорю, никто с нами не договаривается, ни с кем мы здесь не ведем переговоры, просто сами снимаем и приходим как бы самостоятельно здесь. Платим по стандарту, ничего не доплачиваем, как бы нам тоже никто ничего не доплачивает. Не рекламируем, не имеем такой цели. Просто вот то, что нравится, мы говорим. Если нам понравилось то-то, мы говорим. Если не понравилось, мы говорим нет. Атаман. Отличный спа-центр. Рекомендую вам, ребята. Много где мы были, но это просто очень нам понравилось. Получили кайф. Именно кайф от этого центра. Все, забирает нас трансфер с хамама. Атаман. Обратно везет в отель. Все включено. VIP у нас опять для нас. VIP-машина. Да, в черной коже была. Такая же, кстати, тоже. Ну, коричневая, да, сейчас в черной коже. Ничего никому не доплачиваем за это. Все по стандарту. Приобрел билетик в кассе и поехал. Кстати, там спросят, да, какая цена, $10 стоит человека. Этот весь комплекс, то, что мы видели в нашем сюжете. Это стандартная цена, то есть в мере любому на рынке подходит. Да, не в отеле, конечно, не у Гиды, не в отеле. Это получается просто идешь по рынку, там вот за travel написано. Мы не рекламируем, просто говорим, где мы купили за travel. Вот ребята просто продают.
билетик купил, и вот такой подарок получаешь удовольствие.